Многопрофильный лицей. Работает межведомственная комиссия по приемке школ. В нее, помимо представителей управления образования, входят специалисты надзорных и правоохранительных органов. В рамках подготовки к новому учебному году рассматриваются вопросы антитеррористической защищенности объекта, обеспеченности учебниками к новому учебному году, а также, естественно, ход ремонтных работ. Денис Дырдин, директор многопрофильного лицея, рассказал о том, какая работа проделана, о ремонте в классах, новых поступлениях учебной литературы, программе развития лицея. Школа номер 23. Здесь тоже провели ремонтные работы. Проверяющим доложили, что учебное учреждение к началу учебного года полностью готово. Огнезащитная обработка чердачных перекрытий, заправлены огнетушители, перезаряжены огнетушители. Кроме того, были проведены испытания пожарных лестниц, ограждений кровли. Полностью подготовлена система отопления к новому учебному году. Комиссия по приемке школ продолжит свою работу до 2 августа. Марина Атуганова, Константин Белов. Наше время.